Международный промышленный форум «Иннопром», который проходит в эти дни в Екатеринбурге, начался для гостей с презентации экспериментального автомобиля Ульяновского автозавода. Уникальный автомобиль «УАЗ-Профи» разработали специалисты научно-технического центра предприятия. Пробная модель была представлена на суд участников форума. Машина грузоподъемностью в 3,5 тонны была представлена в разрезе. Первым с новой разработкой Ульяновского автозавода ознакомился президент России Владимир Путин. В презентации нового гибридного автомобиля принял участие и глава региона Сергей Морозов. Вместе с руководством завода он обсудил перспективы производства новой экологически чистой продукции. Выпуск автомобиля начнется уже в августе, а полномасштабный старт производства ожидает уже с 1 сентября. У нас два больших ключевых клиента. Это компания, которая занимается сервисом, и второе – это экспортный потенциал, потому что автомобиль с гибридной установкой позволяет выполнять жесткие требования по экологии и по экономии, так сказать, владения автомобилем. Это точно конкретно уменьшение затрат на горючее на 2 раза. Экспериментальный образец на бензиновом атмосферном двигателе включил в себя высоковольтный аккумулятор, тяговый электродвигатель и вспомогательные устройства распределения электроэнергии. Стоит обратить внимание и на встроенную интеллектуальную систему помощи при вождении. Она позволяет распознавать дорожные знаки, светофоры и пешеходов, определять расстояние до идущего впереди автомобиля. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.